Так, стою на якоре. Включил лайфскоп. Опустил в воду. Вот. Подключил свой планшет. Стою, у меня рядом стена торчит из воды. Вот. Очень было интересно, увидит оно ее или нет. Оно ее увидело. И вот она, получается, в 45 метрах от меня. Ну, там такой приямок перед ней, потому как бы так немножко темновато прямо перед ней. Ну, темновато оно и на форварде. Вот стену-то видно. Где она там? Вот она. Да. Стена для нее, конечно, сигнал тревоги. Хорошо видно, что все. Вот она, стена. И там эта ямка. Ну, понятно, что туда вовнутрь не заглянешь. Это надо прийти и голову туда опустить. Вот. Ну, скажем так, меня сюда привлекло не это, а немножко другое. Немножко другое это... Вот метр вот так поставить, да, 20, например, да. И тут вот всякой палки, елки, коряги, моталки, и среди них бродит рыба. И как бы у меня есть желание ее половить. Вот, вот она бродит там за этими палками, елками, видно было, да, вот пробредает. Вот, там появляется рыбка. Ну, наверху меня не очень интересует, не моя рыба. Вот. Так, и тут теперь, если я тоже все это дело как бы трансформирую в более удобоваримое, вот эти палки-елки. Ветер что-то поднялся, ни с того ни с сего, сильный, крутит лодку. Ну, неважно. С перспективы это не сильно. Вот, видно, какие-то объекты тут перемещаются между палок елок. Вот они меня как раз и интересуют. Вон почесала рыба. Видно. Вот тоже. Ну, вот они тут подходят к этой структуре. Вот, меня вообще развернуло поперек, потому что вода вон еще есть. В общем, есть зачем поохотиться. Вот, скажем так. Пошел катер, у меня тут волна. Вот, ну, в общем-то, почти покормил меня все это хозяйство. Вот, так что сейчас мы... Что тут у нас толще воды? Ну, тут все что угодно может поплывать. И это нам не сильно интересно. Нам интересно... Вон, 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 почесали рыбы. Смотрите, какие крупные. Брум-бурум-бурум-бум-бум. Но это в толще воды были уже. Вот. Меня же интересует где-то там подальше. Ничего нет за структурой. А в самой... Ну да, тут они бродят. Вот оно там, бывшее чего-то там, какой-то мостик. Или, не знаю, какое-то строение было, потому что частокол тут торчит приличный. Плюс какие-то сваи, еще чего-то там. Вот, всякая бель тут чешет. Можно посмотреть, наверное, поближе тут так вот сделать, посмотреть, что тут у нас. Ну вот, проплывают всякие паутинки, и далеко от земли пролетают журавли. Как же быть случилось это, улетает наше лето. Так, а вот рыба тут торчит над структурой. Вот она есть тут местами. Есть повыше, есть вот так висит какая-то. А бывает, что она там чуть дальше. Ну, ставим что-нибудь вот такое вот
на офсете. Ну и позанимаемся, еще посмотрим, что нам удастся отсюда извлечь.